Сегодня у нас 25 сентября 2015 года. Вот продолжаем мы сегодня работать на Костровом пруду. Там лагерь вдалеке. И отсюда плохо видно. Вообще, вернее, не видно. И вот тут мы. Сергей Павлович Попков здесь промыв вот этот, выкапывает слив. А вот Надежда Васильевна пришла к нам. Пришла к нам Надежда Васильевна и принесла нам шляпки, чтобы у нас уши не мерзли, голова не продувала голову. И свитера, скажи. Свитера, да. Ну давай. Вот. Пошел ты, Даша. Так, Сереженька, я тебе помешаю, да? Нет? Если тут будете ставить, то нет. Вот здесь вот у нас излишние колышки еще набили, чтобы коровы сюда не залазили и эти края не обваливали. Вот так мы столбушки вкапываем, жерди набиваем, вот, чтобы коровы здесь не лазили, не ходили. Иначе вон обрушение происходит уже. Тут края были высокие, они уже обрушили. Вот Игнатий Иванович закапывает столбушки, обмазывает их, закапывает. А Никита роет ямки. Это у нас Симаковский пруд, это Костровый. Вон где костер, можно показать. Где поет коров. 2 недели прошло, как закончили, мы все еще возились с теми прудами. Пришли, уже половина дамбы нету. Корову, видишь, еще раз сделали ее как? Сделай, чтобы видно было. Да, видно, видно. Полностью все, уже наши обнажили все эти столбушки. И вся вон она, вот, которая в воде, это все наша дамба уже пошла опять. Ничего нельзя сделать, и пастух не может удержать их. Но сегодня бросились, там только закончили, и там нельзя бросить. Погода такая стоит, что песок не могут завести. Лесоматериал выписали, деньги заплатили, нельзя проехать. А время-то осталось у нас 1 неделя до 10 октября. А тут выходные идут. Вот и думай. Сергея отпустим, а сами останемся, пока не закончим. Нам нельзя не закончить. Иначе он Сергея делает, это промыв. Вода пойдет где? Там мы это все сделали, теперь как дальше у нас получится? Это все временно, временное, как, ну, ни бетона нет, ничего. И вот сейчас здесь долбимся. А что нужно сделать? Вот каждый столбик найти, вот она, какой. Ну, какой это столб? Ну, у нас ничего нет, вот он мне. И надо еще в землю его зарыть. И толщина-то его какая? В руку. Вообще ничего нету. Сколько было, все уже ушло. Там огород городили, здесь он сколько стоит. Вот сейчас разбились, вот прошел, наметил, где маленькие лунки взял. Никита добивает их, мы смолим и ставим с Володей. Вон сколько там блин это ушло, пришел он. Вот смотри, даже здесь, вот где, и все развалили. Даже с этой стороны такая высота, тут больше 2 метров, да? Ну да. Да. И все, смотри, как будто кто-то специально лазил, обнаженное. Все. Развал. А когда мы сейчас поставим здесь, прибьем жерди-то, там посмотрим, может быть, маленько задержится. Как-то. А там перекроем, предупредим. Потому что все это делается для деревни. Весной выгоняет коров, а где поить? Вода-то вся прорвется, уйдет. Значит, ее нужно пустить по руслу и оставить. А мы думаем даже маленько приподнять сантиметров на 40. А 40 сантиметров на маленькой, вот такой вот, на маленьком пруду, это уже что-то значит. Это 3-й пруд вот мы обихаживаем. Только весна покажет, что из этого получится. Батюшка пришел вчера, бросил реплику. А как вы будете крепить там это дно? Дерево-то легче воды. Воды нахлынет, тебя поднимет, опрокинет и все. Надо закрепить к земле. Как? Арматурой. Забивать арматуру. Горячая ката на периодического профиля. А она дальше-то куда ее? За что-то держать надо, за лаги-то. Он говорит, забивайте 2 проволоки на уровне. Значит, сегодня пошел, думаю, в
У нас варианты какие были, ни один не подходит. Везде торчит, везде надо прорезать. Мы этого делать не можем, портить материал, да и невозможно. Ну, поеду еще раз спрошу сегодня. Он уезжает завтра в церковь. Потому что 27-го у нас в Барнауле Крестовоздвиженская община. Телефон! Опять какой-то хулиган звонит. Сколько время? Говори. Мы на Семаковском здесь сейчас роем ограду. Они половину уже дамбы разрушили, быки. С обоих сторон все уже там в речку спустили и тут развалили. Никто же не смотрит, и мы не могли прийти. Сейчас городим, на себе все таскаем и городим. Там где-то как-то вынеси в сенки или как там? Ну покажи матушке где, мы не можем уйти-то, мы прямо не останавливаемся. Послушай, алло, ты говорил закрепить-то арматуру, как ее закрепить-то? Какое предложение-то? Да, чтобы лоток-то весной у нас не вымыло, не опрокинуло, половодим. Ну и все, дальше забить мы забили. Как ее теперь засыпить-то? За лаги или за что? Так она арматура... Если арматура не загнутая, так она же разве удержит ее? Где она лежит? На бане? Ну ладно. Ты когда уезжаешь-то? Там, если из Москвы будет Лидия Муранова, которая меня свела с Александром Менем, она сильно просит Потеряевку приехать, из Америки прилетела. Ну там как-то, может, кто-то привезет или как... Какие? Она прилетит, в Барнауле она будет. Будет там уже вместе с вами молиться. Да, сейчас. Она у ней кончается уже. 4 октября она должна покинуть Россию. Да. Ну, кого-то послать там, или чтобы привезли ее. А кого она? Пенсионерка-то? Где она? Еще как доедет-то ночью-то? Ну вот это хорошо было бы. Ну ладно тогда, все тогда, с Богом. Батюшка звонит. Я говорю, какой-то хулиган. Ой. Это хулиган какой-то, зэк. Освободился и вот ломится. Табакур матерится, безобразничают люди. Ну нас Господь благословил, мы на таком ветру, мокрые. Промокали. И прямо снег уже, считай, падал вчера, это крупа. И никто не простыл. Бог миловал нас. Вот мы показали, какая интересная работа в Потеряевке. Вот это надо найти клен его такой, спилить, потом ошкурить, шкурку снять с него, просушить хоть маленько-то. Теперь его отработкой грязи, говорится, это промазать, он на черное это. Затрамбовать, засыпать, выкопать для нее ямку, он Никита копает. Это только на один столбик. А каждая жертва вот это вот, а это там как сорняк, березы росли. Все надо было ошкурить. Сколько это время даже не выскажешь. Но это благо для человека, что он занят. Ибо не занятая душа — хорошая кузница сатаны. Мартин Лютер сказал еще. И вот поэтому мы здесь, ну, радуемся, что нам Бог доверил такое важное дело делать. Это мы... За это ни один из нас, никто не получает ни рубля. А платить приходится, это же, за лес 50 тысяч. И так дальше. Вот сейчас песок уже договорились. 80 тысяч за песок, что привезли. 1150 за щебень. Понятно, что такими деньгами в деревне не оперируют. Это Бог дает, Бог. Меня упрекает, говорит он. Он там один любит выпить, говорит. Игнатий, он специально, говорит,
зарплаты показывает, и ему дают. Я говорю, ты пришел зарплату, ты тебе будут давать. Сколько людей с зарплатами в мире? Почему никому не дают, а мне дают? Потому что Бог знает, что я ни одной копейки на себя не потратил. Вот почему. Поэтому я все время славлю Бога. Еще, как бы, и добрые люди, как Александр, у нас ничего бы не было. Со всех сторон люди смотрят на нас и стараются чем-то помочь. У Бога много добрых людей, очень много, которые уверовали во Христа, которые нынче приняли крещение. Это уже от новоприбывших мы получаем благодеяние. Провел, показал, какие дамбы, где у нас что будет. И Господь благословил нас. Думаем, что закончим благополучно. Надежда Васильевна пришла. Красавица моя. Вон она заботится. Знала, как нас разные башлыки привезли. Принесла тут. Это ты, она тебе дала? Никита, подожди поближе. Говорит, свитер для храма. Свитер? Да, в храм ходить, хороший свитер. Но свитер сверху нельзя, у нас только под рубашку. Хорошо. Под рубашку и песок. Ну что ж, ты завоевал доверие Надежды Васильевны. Своими знаниями по электронике. Она чуть-чуть, Никита, Никита. Так что благодарим Бога. Все, Владимир, давай начнем дальше.